В Европе Украину призывают улучшить социальное обеспечение временных переселенцев. Об этом говорится в отчете Комиссии против расизма и нетерпимости Совета Европы. Многие беженцы часто сталкиваются с проблемами при оформлении документов и трудоустройстве, а также в усилении в обществе ненависти на языковой почве, говорится в отчете. Тем не менее, в ЕС признают, украинские власти прилагают усилия для помощи переселенцам. Украинские власти приложили немало усилий, чтобы улучшить условия, в которых проживают переселенцы. Тем не менее, этим людям приходится сталкиваться с огромными трудностями в социальной сфере, при аренде жилья и поиске работы. Многие не могут оформить документы. Мы рекомендуем украинским властям пересмотреть программу реинтеграции переселенцев в общество, а также обеспечить их детей качественным образованием. В Совете Европы также призвали украинские власти усилить ответственность за преступления на почве сексуальной ориентации. За последние 3 года отношение к ЛГБТ-сообществу улучшилось, но все еще есть случаи гендерной нетерпимости.